Пушкин, Франко, Гоголь, Лермонтов и Жадан, бля. Удивительный и бездонный мир книг. Площадь поэзии – центр города. Сегодня мы посетим любимое место для времяпровождения молодой интеллигенции первой столицы и зададим ряд простых вопросов, связанных с литературой. Кто убил Тараса Шевченко? Нет, я ничего не буду обтягивать. Вообще? Нет. Я бухать не люблю, я читаю. А матюкаться можно? С каждым днем страна живет все краше. Вы любите розы? Я на них срал. А я на них срал. А драку можно устроить? Ну, я вызову полицию, и вы останетесь. И вас арестуют за это. Лучших будем награждать призами, худших выдворим из алкогольного рая молодых и начитанных. Литературный патруль начинает ликбез. Назови трех украинских писателей. Іван Франко, Ліна Костенко, Леся Українка. Хто вбив Тараса Шевченка? Є варіант, що сифіліс, але не точно. А ти знаєш, хто такий Шевченко? Да. Хто? Поет український. Круто. І за що його вбили? Ну, хоча б так, приблизно, може за його діяльність. Ну, звісно, так навіть вбивали за те, що розпространяли про нашу країну всяку правду. Скільки потрібно випити, щоб почувствувати себе Маяковським? Я казав Жадан, два портвейна. Я тут сьогодні знайшов Шекспір в переводі на блатной. Читаю перший раз, тому... Перший раз і підарай. Жужжать или не жужжать? Вобля, в чем заморочка? Вернее, закимать и сечь сеансы. Вот и трандец. Какой приход накроет? Какие я галюники словлю, когда на ногу бирку мне наденут. Я вам с телефона читал, а я могу так сказать. Давай. Меня зовут Альфред. Альфред, расскажи просто стих какой-то. Девушка в красивом платье белом, в туфлях, на высоком каблуке. Почему торгуешь своим телом от большого дела вдалеке? Это пиво заслуживает. Меня будет пивом лучшим подарком. Я бомж, и в Харькове, кстати, бомжевать неплохо. Я люблю тебя, мой город Харьков. Литературный патруль. Да не забей. Вырубай. Расскажи стишок. Нет, я ничего не буду обтягивать. Нет, вообще ничего. Давайте я... Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. В твоих очах наснага и тревога. Любишь меня живого и неживого. Хоча б за те, что ты еще в мені. Мой грустный товарищ махает крылом. Кровавую пищу клюет за окном. Я компьютерный инженер. Я сегодня выпил немного. Я отмечал дипломный проект. Мы сидели с тобой біля яру. И дивились вечернюю звезду. Ты тримала мене за хуяру. А я лапав тебе за пизду. Не охай, не ахай. Держи узду. Выполнил план. Посылай всех. Кто убил Тараса Шевченко? Убив? Його не вбили. Красавчик. Хто вбив Тараса сам, Шевченка, да. Так він же сам да. Суїциднувся під кустами. Ні, ну, да. Короче, він писав стихи. Пизди. А драку можна устроити? А ну, бля, давай. Вот, и потом кочевники всякие, которые, ну, им не понравилась эта тема, и просто не понравилось, но они бушевали, типа, почему, типа, ты, типа, дискриминация, ну, это дискриминация, когда унижают какое-то количество людей. А наркотики вообще зло? Наркотики? Смотри, какие. Леся Украинка, там, лесовая песня, вроде, что было, Ахматова, ну, я знаю, там, стихи какие-то писал. Ага. Женщины вообще писали что-то еще? Просто мужчины в натуре намного умнее. Я не за феминизм. Кто убил Тараса Шевченко и за что? Не, серьезно. Я знаю, он был в этом, в плене. Ну, я просто люблю Украину. Я и русскую литературу читаю, и украинскую. Я считаю, что читать это круто. Ты заслужил приз по-любому. Выбирай либо безалкогольное пиво, либо книга. Книга. По-любому? Так как на самом деле звали Лесю Украинку? Лариса Косич. С вами неинтересно, ребят. Что, вы книгу выбираете или пиво? Пивко! Не-не, какие книги? Арина, это тебе. А какие книжки? Ах ты, ладно. Неплохо. Нет.
Почему? Фет — это хорошо. Для меня какой-то тривиальный. Не знаю почему. Смотри, говном помазал. Это специально. Это что ты выбираешь, книгу или бутылку без алкоголки? Ну, лучше книгу. Чего вы все книгу выбираете? Ну, книга интереснее. Чем бутылка пива? С каких это, блядь, времен? Потому что пиво безалкогольное. Я думаю, что тебе вот это подкатит. А можно я так пролистаю? Название прочти. Ну, я уже прочитал. Альфонсы. Что ты выбираешь, безалкоголку или книгу? Книгу, конечно же. Ты подлец, что все книгу выбирают? Фету заберу. Хорош. Как тебя зовут? Меня зовут Таня. Таня, расскажи, пожалуйста, стишок нам. Стишок. Расцвела сегодня на дворе акация. Я иду, улыбки не тая. У меня сегодня менструация, значит, не беременная я. Сколько у тебя было парней? Ой, я не знаю. Семь. Семь, да. Сколько тебе лет? Мне? Блин, мама узнает. Мама узнает. 23. 20. 27. Но это норма или нет вообще? Или мало? Ну, думаю, да, это норма. Но в этом возрасте многие умирают. Это ты про кого? Ну, это клуб 27, чувак. Клуб 27. И что же расскажешь про этот клуб вообще? Что знаешь? Чувак, это какая фигня, понимаешь? Не. Клуб 27. Это рок-звезды или какие-то публичные личности, которые в связи с тем или иным событием... Я понял, ты самый умный, спасибо, братан. Ладно, пойдем дальше. Это же как-то неинтересно. Назови три писателя и по одному произведению его. Наверное, это Пушкин, «Золотая рыбка». Нет. Дай мне подсобраться просто. Давай, стой, на все не мешай. Да, я просто пьяный сижу, блин, мне сложно. Вы еще светите мне прожекторами, и я очень... Старина, я знаю, что сделаем? Мы сейчас заново подойдем, и ты нормально скажешь. Да давай попробуем. Это фальш, мы не профессионалисты тогда будем. Привет. Назови три... Они подходили уже ко мне, а я затупил, и они... Да зачем ты врешь? Не было такого. Было. Окей, это Грушевский, нарис земли Киевской Руси від полян до 19 века. Короче, из трех писателей ты мне где-то про двух спиздел, да? Нет, два назвал. Грушевский назвал, ну типа я Пушкина не знаю, что он написал. Здрасте, мы из литературного контроля. Говорят, что тут все люди, вся молодежь тупо бухает, это правда или нет? Нет, не бухают. Да. Знаете, о чем мы сейчас разговаривали с молодым человеком? Я говорю, молодой человек похож на Джонни Деппа в ранние годы вообще, вот, кстати, ну, реально. Да. Вот, смотрите, да. Вот. А ну, покажись. А что за съемки вообще? Съемка «Дичь Харькова». Меня зовут Илья Колтунов. Я просто не совсем в курсе. Да, снимай. Да тут никто не в курсе. Мы такие незнаменитые, все не нужны никому. Я ему внушаю, у него очень плохая самооценка. Он полчаса назад на меня обиделся. Знаешь почему? Я сказала, что он молодой, красивый, перспективный. Он развернулся, что вы мне льстите. Ты понимаешь, зачем Екатерина вот это все делает? Нет, да. Есть партнер, да. Нет, у меня вот муж сидит, сказали, что это неправда. Я не ее. Я ее не знаю. Я бы первый раз просто бухаю. А чего вы преследуете? Мы преследуем ответы, если честно. Ответа? На какой вопрос? Кто убил Тараса Шевченко и почему? Ну, такие вы серьезные вопросы задаете. Угу. А что вы делаете сегодня? Так, ребят, давайте. Три любых писателя и по одному произведению его. Булгаков, мастер, настольная книга просто, понимаешь? Это роман о великом. А конкретней? Просто о смеси зла и добра, и зло в нем люди. Как ни странно, убери руки свои. Маяковский. Произведение любое или стих. Вы любите розы? Я на них срал. А я на них срал. В стране нужны паровозы, нам нужен металл. Я хотел очень мое любимое произведение про то, ой, что человек стал насекомым. Я честно, ну... Превращение. Превращение в Кавк. О, мне очень нравится это произведение. Я перечитывал три раза. Я просто, я не помню название автора. Мне, ну, я просто перечитывал. Мне дали в школе, и я прочитал это, ну, три раза. И мне понравилось очень. Вы любите розы? Я на них срал. А, братан, уже читали. Давай другое. Повторяй за мной, я буду тебе... Тогда не надо. Нет, это я сидел там, учил ее. Я там ее учил. Давай, скаженный час. Скаженный час. Кусая раз по раз. Что там по раз? Скаженный час, кусая раз по раз. И не украл його укусів. Ось так словами лагідних образ ми творимо найбільше землетрусів. Скаженний час, це ще дає нам шанс посіяти щось добре далі текстом. Життя гравець, відмінний преферанс, а правило –
складывается контекстом. Вот, вы да. лучше, ребят, просто лучше. Старик, мы пройдемся до конца и вернемся. На момент. Да, старик, сейчас. Да. А что, вы дальше идете и все? Ну мы да, но мы вернемся. Не вернемся. Вы не вернетесь. Я вернусь. Мы вернемся. Да давайте.